Ну, хватит уже, ну невозможно на это смотреть. Кремлівський пропагандист Владимир Соловйов влаштував чергову істерику в прямому ефірі. А все через нещодавній приліт по черговому нафтопереробному заводу. Звичайно, не це його здивувало, бо такі бавовни вже настільки часто квітнуть на Росії, що той до цього просто вже звик. А от те, як охоронці цього НПЗ намагалися збити нашу пташечку. І хватить займатися профанацією. От просто реально хватить. Сейчас там появилось видео, летят дроны, попадают на нефтяную базу. Обезопасили, взяли охранников, дали им антидроновое оружие. Толку нет. Зачем? Вы что, знаете эти антидроновые оружия, на какую частоту рассчитаны? Как ими работать? Вы проводили учения? Вы объяснили, что делать? Нет, вы поставили галочку, купили то, что дай нам, боже, что вам не гоже, и считаете, что вы защитили объекты? Невозможно это так делать. Но это просто идиотизм. Ну спросите военных, они объясняют. Это развивается каждый день. Поставьте ЗУшки. Ну ясно не можете. Обратитесь, пусть... Хватит тратить деньги на профанацию. А ще той намагається зрозуміти. Чого ж його страна великої науки, це він так каже, просто стоїть на місці, не розвивається. Невозможно. Также, извините, конечно, сколько лет назад было сказано, что мы разрабатываем оружие на науко-физических принципах, в частности, лазеры, которые должны быть... Я не знаю, что такое пересвет, но нам его показывали, возили, где-то он был. Сейчас заявляет одна из стран НАТО, что все, для борьбы с FPV-дронами и прочим, они будут использовать лазерное оружие. Мы, страна, которая, в принципе, Нобелевские премии получили как раз за лазер. Я не беру гиперболоид инженера Гарина, классическое произведение. Кстати, написано на русском языке. У нас это где? У нас наработки эти были сделаны сколько лет назад? Где это все? Где это все? Мы производим оружие, должны производить в больших количествах. А у нас металл есть для этого правильный? А у нас вообще, вот наше материаловедение сделало шаг вперед навстречу нашим оружейникам? В каких-то вопросах, да? Почему мы не думаем вперед? Калашников, великолепное оружие, там вопросов нет. Но ничего, что ему возраст Калашникова, так вежливо говоря, постарше нас всех тут будет. Все-таки, может быть, прогресс тоже существует, и да, разные модификации. Но может это посмотрит на новые материалы, на новые возможности, новые подходы. Но мы страна великой науки. Ну давайте уже это воплощать. И давайте вот обходиться без этого формального, идиотического метода. Галочку поставил, и все решилось. Ну хватит уже, ну невозможно на это смотреть. І в тому ж самому ефірі путініст Карен Шахназаров просто цинічно перекладає всю відповідальність за всі військові злочини, як Путіна, так і всього російського народу. На кого ж? На НАТО. Він просто на максималках бреше та маніпулює взагалі просто реальністю того, що насправді відбувається. Навіть ніякого намека на какую-то тень сомнений в том смысле, что в это же время тысячи людей погибают. И вы, в принципе, декларируя, что вы являетесь как бы вершиной мира, вообще-то можете остановить это убийство. Там не было ни одного слова. Давайте, ну давайте хотя бы поговорим о мире. Давайте что-нибудь сделаем для того, чтобы найти хоть какие-то возможности примирить стороны. Давайте что-нибудь придумаем, чтобы был мир, чтобы не убивали люди друг друга. Даже намека на это вообще нет. Ну, единственное, там Орбан, который, как говорится, белая ворона, и Фицу, который... А в принципе, там даже слова про это не было. Как это может быть? Причем, ведь при их влиянии, конечно, огромном, они бы, конечно, могли сильно способствовать установлению мира и на Украине, и, кстати, в Газе. До того ж, Шахназаров заявляє, що на саміті НАТО Альянс оголосив війну. На цьому саміті, в общем, відкрито практично об'явили війну Росії. Росії і Китаю. Тим часом кремлівський пропагандист Владимир Соловйов стверджує, що Росія не має наміру воювати з Європою, оскільки, каже, сили ж нерівноцінні. У ЄС населення 500 мільйонів, а в Росії лише 150. І вже тому відкритий конфлікт неможливий і навіть абсурдний. І що ви ще придумуєте Третю світову війну, її насправді, крім вас, НАТО, ніхто не хоче? Єдинственна війна, яка у нас може бути, яку я бачу, на велику війну ні у кого немає. Денег. Вот уже ни у кого нет.
А вот на пакость есть, потому что эти ребята могут собрать каждой твари по паре, да, прибалтов, финнов, шведов, румын, болгар, собрать группу 1300, ввести ее на территорию Западной Украины, с тем, чтобы всех остальных направить на Восточный фронт. И когда мы по ним вдарим, они нам объявят войну. НАТО не могут. Почему? Как только они ввели на территории Западной Украины, они уже никому войну объявить не могут. Мы можем с ними там делать все, что угодно. С ними? Да, но когда мы начнем с ними что-то делать... Нет, это они уже многократно говорили, это не активирует ни пятую, ни четвертую. Нет, пятый не будет, а их тут же выкинут из НАТО. Нет, они не могут объявить нам войну. То есть это просто не попадает. Но вот у меня ощущение такое, что они хотят повторить фокус 45-го года. То есть они нам кинут кусок, вот эту вот Восточную Европу, всех этих, чтобы мы их кормили. И чтобы мы не лезли в Западную Европу. Потому что история... Слушай, у нас 150 миллионов. В какую Западную Европу можем полезть? Там 500 миллионов. Реально. Вот делать что? Нет, вообще... Ну, просто чисто физически. Мы не будем лезть... Ну, как туда полезть? Вот, ну представь, ну, слушай, ну, война – это наука. Мы не будем лезть... Ну, люди не случайно заканчивают военные вузы, потом академии, там, академии генерального штаба. То есть война – это жесткая математика, это наука. Ну, слушай... Мы не будем лезть войсками. А как? Ну, просто, то есть, линии фронта. А чем будем туда лезть? Да очень просто. Потому что, когда у вас там все рассыпается, а у нас экономический рост, то все там начинают смотреть не туда, а сюда. А ще на третьому році повномасштабної війни російська пропаганда визнала, що так зване СВО провалилося просто у всьому. Здравствуйте, товарищ полковник. У меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, какие проблемы вооруженных сил скрыла специальная военная операция на Украине? Что удалось решить, а что предстоит решить в первую очередь? Ну что, Миша, начинаем что? Сначала. Начинаем сначала, Миша, пальцы загибаю. С беспилотниками вначале провалились, а ты продолжишь. Да. Со связью провалились. С беспилотниками провалились. Со связью провалились. С контрбатарейной борьбой провалились. С самбундированием провалились. Да, ой, не говори. Они вообще там как партизаны за свой счет одеваются. Да. С транспортом, я бы сказал, что тоже провалились. Еще с войсковой разведкой провалились. Выбросили десант на неподготовленную в Гостомеле площадку. Их от пуза положили, да. И также, когда наши колонны двигались в направлении там, Харькова и так далее. Они боевой устав не читали. Да, тоже провалились. Походного охранения нет, головного нет. Ну, конечно, провалились в том, что говорили, что нас будут с цветами, с музыкой, с песнями, с плясками встречать. Тоже. Мы польстились на это. Да. А могли бы Харьков прибрать, потому что спецназ туда зашел, а войска его не поддержали. І ось Росія настільки хотіла звільнити Донбас, що почала ставитись до цих освобожденных як до бранців. Тепер на кордоні ці створили заградотряди, щоб змусити донецьких чоловіків воювати на їх боці. Про це розповідає лідер так званого шахтерського профсоюза ДНР Васьковський. Все почалося з того, що в 2022 році многі, які були мобілізовані в ДНР і пішли добровольцями, люди просто говорили, раз так, раз ви так воюєте, то воюйте самі. Коли він сидить вдома в Донецьку, до нього приїжджають, забирають, арестовують. Тому з'явилася міграція з ДНР. ЛНР в старые регионы России. Что мы увидели? Что у нас теперь организовался заградотряд. По указанию губернатора Ростовской области Голубева, теперь административная граница между ДНР и ЛНР, она такая же, как государственная. То есть там есть такая же зона, в которую нельзя заходить, только через пункты пропуска. Любой журналист Российской Федерации может приехать на любой из пунктов пропуска и посмотреть, как поступают с донецкими мужчинами. То есть это как с пленными. Если ты, не дай бог, через мимо пункта пропуска пытаешься проехать, ну, у нас же ДНР уже Россия и Ростов Россия, вот. И если ты пытаешься мимо пункта пропуска, то ты уже преступник. То есть ты автоматически арестовываешься, с тобой как с заключенным ведут себя, ну и, как правило, ты... Какой позор, господи! Мы обнаружили с удивлением, что там такие же русские, как и мы. Да. Мы пришли на помощь этим людям. Друзі, обов'язково напишіть ваш коментар, все, що думаєте про це. Підпишіться на канал і чекайте на наступний випуск.